Yo tenés, tenés el cuerpo. Да,
А тут, да, ты без сна же поломаешься. Давай. Саша, давай оборись. Вот борись, борюсь. Салат ты мучаешь. Саша, возьми вес. Один в отражении. Ну, пирамиды опять поселились. Сколько пресса? Пресса, Германия. Сегодня кто-то чает. О, я бы не тысяча на самом деле делать кимоно. И пресс греет. Да, да, давай, 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 да. Все, минус Боля. Вперед! Один год, один вес, и еще ему даем больше. Не один. Саша, Борис. Андрей, нам было сразу нападать, когда он был занят. А вы ждете. Перестраховываем. Даем, даем, вот так, так, давай, так. Один за одну руку, другой за другую. Руки разорвать. Андрей, держать руку там. Держи руку. Вперед, вдвоем, один за одну руку. Другой за другую руку. Да? Андрей, Диашера, ломай ногу. Ломай ногу, вытяни ногу. Боевую ногу делай, Андрей. Медь боевую ногу. Нет, на дзюдо не можно боевую ногу. Ему все будет. Ему все. Пусть борется. Да, вдвоем, вдвоем. Дай я по одной руке и все. Ну, это форма, один вес. Почему он пять раз сильнее вас? Да на вас надо спросить. Почему вы такие слабые? Можно сказать, что в носу? В носу? Там бритва конкретно. Нет. Что?
Сейчас уже нет. У него сопли. Давай быстрее. Так, быстрее. А тут ты, Саша, порвешься. Порвешься. Где Сильнее. Саша, вот тебе на камере было записано, как он издевает. Ломай ногу. Артур. Так, Дарин, иди. Нет. Построили все. Все построили. А что, вы что? А эти больше. Просто Ген Анатольевич. Я не трус. Все построили. Так, убрали телефоны свои, блин. Где мой телефон? Там, блин. Тренировка, выключаем. Друг звонит. Так, значит, еще раз, тренировка завтра есть. Будьте на тренировке. Кто тебе звонит, тебя? Боец. Боец. Так, вот эти, кто боролся сюда, сели, сейчас выбрасывание. Чья? А остальные построились ближе. А что такое набраться? Сели туда, разговоры. Куда? Там только тренера сидят. Будешь тренером, все, пожалуйста, там уже сидеть нельзя. Эй, подлец. Телевизор убери. Так. Итак, кто у нас самый лучший по отжиманиям? Миша. Нет. Миша и... Ботман. Сколько сделал? 3. А у тебя? 24. Значит, кто? Вы можете снимать, и здесь я буду вешать, и вы будете туда. Вот я не понимаю, что вы так делаете? Все, Алинея, Дев, Лайвиды, Дарья. Завтра будет, да? Да, завтра будет тренировка. Так, кто из вас самый толстый? Я. Ты. Иди сюда, одень тапочки. Там вытри, подойди ко мне. А остальные сейчас готовятся набрасывание делать. А, стой, Денис, одну секунду. Все. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Слушайте внимательно. Завтра в 11 часов на центральном базаре, центральном рынке. Не здесь, где мы собираем, северный, нет, центральный рынок. Оттуда идет на террасу. В 11 часов вы должны быть там. Потому что я к этому времени подойду раньше. Буду договариваться с водителями, чтобы они отвезли Лазгину станцию прямо
там немножечко в сторону, и чтобы они отвезли нас прямо туда, чтобы мы не входили. А? Все получится хорошо. Сейчас, подожди. Мы приезжаем туда, нас взвешивают. До свидания. Нас взвешивают. Кто в свою весовую категорию не попал, значит, для всех с 5 до 7, с 5 до полшестого, с 5 до 6.30 будет тренировка. Обязательно всем. Как в прошлый раз? А, да, только в прошлый раз. Три. Должно быть полностью кимоно. Лучше, чтобы это было белое кимоно. Ну вот, у тебя такое синее, ну, можно, конечно. А не нужно сразу два брать, белые синие? Можно. Можно. Значит, еще раз. Там теплые носки. Я не знаю, холодно, не холодно. Нормально. Нормально. Ну, можно. Вопросы у вас какие есть? Да. В субботу. Значит, еще раз. Вот есть отсюда все 113. Он идет поезд Майловской. Поворачивает. Сергей Анатольевич, да. Я с Андреем завтра тут буду. Кто хочет с нами отсюда пойдет. Там. Ну, я не знаю, договаривайтесь. Андрюха, ты знаешь, что 113? Вот Андрюха тоже в Тагатине. Я с ним приду, да? Тут. А, ну вот тем более. Так, теперь я посмотрю документы. Дай мне. А когда еще за школу? Ну, до права раскрыта встречно. У Грана Шара занимает, по Лонска встречи на кофе. Ладзящий Сима, на школу. Ладзящий на школу. Так, сейчас выключаю. Так. Все.